Всем привет, уважаемые подписчики, зрители канала, с вами Титан. И Хамин. Мы продолжаем играть на Sega 8-бит и заниматься, ну, я вот тут наверху магазином, Хамин внизу копает подвал, в котором будут... Ну, это, наверное, неинтересно. Ну, подвал, он же склад, но зато у тебя интересны текстурпак и шейдеры, поэтому вот так вот. У меня скучно и весело, у тебя весело и без шейдеров. Нет, ты сам сказал. Не, подожди, ты сам сказал. Что мне делать? Я тебе дал задание. Какие проблемы-то? 5 часов. Ну, хорошо, так. Я в этой серии его сделаю. Вот, у нас будет. И у нас будет еще второй этаж, где будут комнатки. В комнатках можно будет поспать. Ну, в общем, это таверна. Наверху спать. Посередине здесь кушать, а внизу склад. Тут еще что-то выпить можно будет. Я не знаю, можно тут какие-то напитки продавать. А, вот. Поэтому это будет настоящая таверна, как бы снаружи и внутри. А это такой черступак, что такое черное идет? Я не знаю, может, какие-то эти. Глюки? Глюки, да. Что еще я хотел сказать? Я не знаю, может, на 6000 подписчиков вы уже смотрели. У нас подкаст будет. Может, вы еще не смотрели, может, уже посмотрели. Я не знаю, когда 6 тысяч будет. В общем, если вы не посмотрели, посмотрите. Если посмотрели, хорошо. Там будет интересно. Так. Ну и вот, собственно, ага. Я уже А, тут картошка осталась только. Я не знаю. Вместо картошки, морковки, я не хочу их продавать. Всё! Я почти выровнял. Да? Да. Вот спустись сам. А сейчас я доделаю, подожди. Ты пока доделаешь, я уже все выровню. Ай, мои ноги. А, подожди, я же хотел снопы сделать. О. Эх, не получилось у меня. Чего не получилось? Да я всю пшеницу потратил. А что ты хотел? Да я снопы хотел сделать. Снопы. Один сноп сделал только. Пумпы. Так. Дальше хлеб. Эх, не получается. Не влазит ничего. Как же сделать-то, а, чтобы влезло? Вот поэтому нужен склад, чтобы все влазило. Так. У нас там сейфы будут стоять, или обычные сундуки, или... На складе? Или прям грейнджерные, железные там... Не, на складе только сейфы, естественно. Это... Так, я сноп хотел. А почему не там железные там? Ну, чтобы не открыли. Так, у нас здесь... Ну, у нас же никто не ворует. Ну... А я что делаю в углю? Куда же сноп мне... Воткнуть, а? Да воткни куда-нибудь. Зачем он тебе-то? А, подожди. Вот здесь вот будет. О. Так, а как их лучше сделать? Не, как-то не так, подожди. А может вот так? О, убрал. О. А как лучше смотреться будет? Вот так? А, это я потом посмотрю, ладно. А сет-то тут будет три снопа. О, как раз три снопа будет. Ух, я чуть лестницу не собрал. Здесь будет три снопа, вот так будет завязано. Подождите. А, одной штучкой завязано так будет. Да я дизайн продумываю тут. А с другой стороны я что-нибудь придумаю. Ладно, я пошел продам сейчас. Немножко тростника. Ты пока продаешь, я уже все сделаю. Да, я пока продаю и еще скажу пару информаций. Вот, папа, спустись, ты посмотришь, как я уже выровнял. Сейчас, я продам буквально. Там классно уже. Так, все. А просто вылез кирку сделать так, мне надо. Так, и сейчас... Подожди, дай мне сказать опять, ты мне опять не даешь. Что ты будешь делать-то? О, мне не хватило, жалко, одного уплотнителя. Печально. Ну-ка, за сколько у нас этот уголь? 16 угля, одна монетка. А зачем тебе монетки? Монетки? Сейчас. Да. А зачем мне монетки?
А зачем мы играем, получается? Папа, вот спусти... Покажешь, спустись, посмотри. Сейчас дай положу монетки. Самое ценное. Самое ценное. Кстати, потом я все-таки... А что ты с помощью... А как ты их купил? Я продал этот самый. У меня, видишь, уже не влазит, ценности. Что, что продал? Что продал? Продал то, что продал. Он уже не влазит, к сожалению. А что ты продал? Нитки? Слезу Гаста или что? Продал что-то. Я тростник продал. И нитки. Уплотнитель, тростник. Посмотри. Все, иду, иду, иду. Спустись. Спущаюсь. Ну, молодец, еще надо потом это все. Уже ходить можно, да? Ну, с точки зрения поставить... Так. Ну, ставит... Давай ты будешь ставить, а я буду пока разравнивать. ДК у меня нет сейфа, пока их надо сделать, да. Кстати, я хотел поставить... Так, вот, я хотел посмотреть, как делается сейф самый мощный. Ну это самый вообще купить. Самый мощный, да подожди. Ты не стоишь на месте, надеюсь? Да, не. Не смотришь в стенку? Не показываешь? Да, у меня нога неудобна была. Ну сделай удобно ногу. Ай! Да, что еще хотел сказать? Я, в общем, в подкасте это, наверное, сказал уже, поэтому сейчас я вас не буду этим грузить. Да. Я надеюсь, подкаст вы раньше посмотрите, чем вот эту серию. Потому что там у нас буквально 1-2 дня и... Только не забудь. Что? Ну, сказать в подкасте. В подкасте? Это я не забуду сказать. Поэтому сейчас я вас этой информацией не буду... Найди... Сейф найди. Да я ищу сейфы. Его тут нету. А вот они. Ты, надеюсь, не стоишь статично, не смотришь на камень? Да нет, я на одновременно на... Творческий сейф, так, сейф, усиленный сейф, укрепленный сейф, резонирующий сейф. Творческий это, которое... Это в креативе, который только достается. Так, а мне интересно, эти сейфы, они... Как вам сказать? Они... То есть в них больше влазит? Или они просто укрепленный сейф? Да не, наверное, больше влазит. Но какой смысл тогда делать другой сейф? А потому что от крипера он не взрывается там. Ядерной бомбой не взрывается. Не, ну это я понимаю. Мне вот хочется, кристалл. Не хочется, чтобы они были... А что это за кристалл? А, это лазурит. Чтобы они были вместительнее, так скажем. Значит, он делается из обычного сейфа и инварового слитка. Либо из оловянного и инварового слитка. Сундук. Оловянный. Ну, ну, я понял. То есть надо инвар, так? Окей. Хорошо, это усиленный сейф. Дальше укрепленный сейф. Это у нас из усиленного сейфа. Как же это сложно? А потом закаленное... А мне, думаешь, не сложно? Наверное, не знаю. Как, наверное? Сложно, хорошо. Закаленное стекло и усиленный сейф. А закаленное стекло делается из... Что у тебя скрипит там всеми? А? Слушай, скрипит эта подставка. Не скрипит специально. Вот, не скрипит. Это скрипел. Короче, все, теперь не скрипит. Неважно. Так, закаленное стекло делается из измельченного свинца и обсидиана. Свинца и обсидиана. Ну ничего, что делать? Так, и последнее, что я хотел посмотреть, это резонирующий сейф. Резонирующий сейф из укрепленного сейфа, да? И слиток эндриума. Вот это мне не нравится, потому что эндриум это делается из,
Да блин, я что делаю? Ё-моё, он делается из смеси эндриума и пыли пиротиума. Это кошмар. А смесь эндриума делается из измельченного... Ну ладно, измельченное олово, это понятно. Что? Из измельченной платины, это просто... Пипец. Па. Еще внизу ведро резонирующего эндру. Да ну нафиг. Не-не-не-не-не. Извиняйся. А? Извиняйся. Что он сказал? Нафиг? Да. Извиняюсь, все. Ты не на то внимание обращаешь. Не такое уж это такое слово, ладно. В общем, резонирующий сейф это делать не будем. Это просто капец. Дальше. Вот, в общем, следующий... В общем, что хочу сказать? Я хочу сделать усиленный сейф. Если усиленный сейф будет больше, чем просто сейф, то я, может быть, сделаю укрепленный сейф. В общем, будет зависеть от того, что насколько у нас ресурсов хватит. Так, все, я понял. Так, я понял уже все. Я в шоке, давайте... А, у меня ничего нету. Что ты хотел? Тебе помочь, докопать. Кирку делай. Так, где у меня это самое? Булыжник. Так. Булыжник. Так. Тык. 8 палок. Так, а что еще хотел? А что, сделал? Нет, я. У меня тоже отлагало. У тебя отлагало? А, ну, не знаю, так, да. А, в общем, кто-то из, ну, из ребят писал, почему-то вот это не делает, потому что там ферма не автоматически. Почему вы не делаете, я не знаю, какие-то механизмы? Ферму не автоматически. Механизмы. Потом давайте купите алмазы. Я не знаю, там... кстати, по алмазам я там все равно очень много надо денег. А сколько? А, у кого-то попросите алмазы. Еще такое, ребят, мы играем так же, как играем. Мы любим все сами. Конечно. А вот... Я не люблю все сам делать. А, ну да, я люблю все сам, а Дамир Хаммер, он вообще ничего не любит сам. Он любит, чтобы все готово было. То есть он включил Майнкрафт, зашел на карту, там уже стоит домик, все фермы стоят, и оно само работает. То есть, в принципе, можно не играть уже. Либо играть как? Зашел в Майнкрафт, сел на, там, не знаю, кресло, если сделать, и сидишь, пьешь чай. И оно само строит. Да нет, ты не понимаешь. А что, объясни? Я не люблю, ну, как ты, строить. Ты не любишь работать, я тебя понимаю. Ну да, я же не зря играю в PvP голодные игры. Я говорю, что ты не любишь работать в Майнкрафте, строить, добывать. Я люблю с людей все убивать. Я тебе объясняю, что ты не любишь это все играть. Ты любишь только убивать людей в Майнкрафте. Я прекрасно тебя понимаю. Чтобы не добывать ресурсы, а да, убивать. Да, чтобы они сами в рот тебе падали. Ну, я убиваю, они для меня алмазы копали. Да, сидишь, пьешь сок. Поэтому у нас из-за этого, почему я на Хаммера кричу, потому что вот из-за этого проблема у нас. Он ничего не хочет делать, ничегошеньки. И, ребята, вы на меня не... Я поэтому и жду, я пока PvP-арена сделается. Так, ее никто не делает, PvP-арену, кстати. То есть я один не могу ее сделать, потому что я играю только по субботам, это во-первых. Ну, очень редко не в субботу, когда мы не снимаем, я имею в виду. Ну, на запись пойди сделай. Сейчас мне пойти арену делать? Нет. Ну-ка, о чем ты говоришь? А как ее строить тогда? Вот. И зачем эту мысль? Ну как, ты же не строишь, как я один буду строить? Ребята не строят, потому что, ну, не строят пока что. Ну, я тебе помогать буду. Только ты мне дай, как ее. Во-первых, я сомневаюсь, а во-вторых, этого недостаточно. Чего недостаточно? Тебя. С тобой. Со мной. Я там просто посидею, во-первых, с тобой, а во-вторых... 5 часов больше делать. Да.
Вот. Поэтому я еще раз говорю, ребята, не ругайте меня, что я на Хаммера кричу. Я на него вообще не кричу. Дома вот мы сидим. Ага, не кричишь. Когда ты уроки не делаешь, я кричу. Но. Ну. Но. И. Ну и вот. А когда я сижу, ты ругаешь, кричишь. Ну хорошо, давай ты рассказывай. Не кричи тогда. Когда тогда? Когда я сижу за компьютером. Извините, когда школа страдает, это давайте это самое. А, но ты имеешь сижу в виду в игре, ты имеешь в виду? Да. Ну-ка ты перестала. Ну я перестану. В игре, потому что, я еще раз объясняю, он ничего не делает в игре. Ну в игре же это игра. Ну так, ну правильно. Ну а в игре ничего, если, например, там потерял мазномич на старту 5. Я согласен, ничего, но это же игра, я же тоже по наружке кричу это. Ты что-то несимметрично, смотри. Чего? Белый и какой-то верстак. Ну это там верстак пусть у нас. А я его могу дотянуться? Ой, я могу. Да. Высоты мы можем отсюда крафтить. А, ну это смешно, конечно. Поэтому еще раз говорю, ребята, я больше отвечать на комменты, почему я кричу на Хаммер в игре, не буду. Не нравится, не смотрите. Мы играем, как играем. Я играю, как играю, Хаммер играет, как играет. Но еще раз говорю, у нас... А если я не хочу играть, а снимать надо? Вот ты правильно ответил на вопрос. Ну да, если я не хочу не снимать, у меня настроения нету. Извините, я хочу посмотреть у нас видео. График, мы в субботу только снимаем. Извиняйте. Извиняйте. Я ничего не могу сказать. У тебя лопата есть? Ну, есть. Надо? У меня есть. Да блин, ну ты что, вот опять же меня... У него есть лопата, он говорит, у тебя есть? И я отвлекаюсь, начинаю залазить в лопату. Всё? Там, не знаю. Все. Все. Это такой маленький кубик был, и мы это 5 часов обсуждали. Какие-то лабиринт был. Так. Так, что? Может еще подсветить что-то? Я пошел сейф делать. Я посмотрю на тебя. Только мне ресурсы надо. А, во-во. Я, говорит, пошел сейф делать. А мне ресурсы надо. Я, говорит, пошел сейф. Мне только ресурсы надо. В общем, это у нас подвальчик. Ай, да-да-да-да-да. Что еще хотел сказать-то? Так, а что мне теперь делать? Теперь опять я буду скакать по магазинам. Сейчас дай мне сосредоточиться. Смотри, я на воздухе стою. Так, теперь мы идем... Смотри, я на воздухе стою. Да, мы идем домой и... Во-первых, сделаем сейф. Так, на тебе положи это. Сейчас я тебе скину. Или это не надо? Чего положи? Ну, руду. Так мы ее домой, ты не вздумай здесь руду оставлять, алло. Окей. Здесь только максимум строительные материалы пока что. Вот в этом. А здесь семена, и хлеб, и монетки. Микрофон не бей, пожалуйста. А он не... Он, это... Следи я за ним. Я боюсь, что не слышно. Ну так потому, что ты не следишь, как у тебя микрофон стоит. А ты мне не даешь его поправлять. Я тебя только что подправил. Ну да, мне что каждый секунд... Всё, пошли домой. Ну ладно, я уже дома, она практически. Так, мы ничего тут не забыли. Нифига какой! Нетия! Так, ладно, идем домой. Я тут подсвечу. Рюкзак взяли. И мы там будем делать что? Мы будем делать... А почему тут факел не ставится? Там светлячок. А как его убрать? Я убираю его. Ты сейчас там 10 лет будешь стоять с светлячком бороться? Подожди, я кушаю. Я твой защитник вообще-то, а ты такой убегаешь. Ты меня никогда не защищаешь. Я уже привык. Я уже не обращаю внимания, есть ты тут, нет тебя. Я все, я говорю, я делаю, как делаю, все. Идешь ты, не идешь ты. Ну ты ладно. Занимался просто, у меня же устал просто, говорит тебе, идем, не идем. Я обратно.
Ой, криперы, это опасно. Что это? Спасайся! Спасай свои штаны. Может, пчелок взять? Не знаю. У тебя скорость бесконечная. Посмотри это в инвентарь себе. О, пчелку взял одну. У тебя бесконечная скорость. Чего бесконечная скорость? Меня сейчас убьют. Ну, у тебя, видишь, там это, 0 секунд осталось. Ну, глюк какой-то, откуда я знаю? Так, мы будем, нам, слышишь, нужно, нам нужно желательно сделать рюкзаки обычные, потому что необычные там, я вам скажу, столько их делать надо. Потом нам надо сделать сейф. Ты беги, беги! Хотя бы один обычный. Но я хочу необычный сейф сделать. Посмотрите, больше ли он? То есть намного ли больше он из инвара, который делается? Так. Далее. Нам нужно прорыть туннель к Лешиной железной дороге, которая ведет, в свою очередь, в этот... который ведет на рынок. И уже начать делать как они называются-то эти? Рельсы. Вот, и у нас осталась одна минута. Я по тростнику побежал. Вот. И потом после этого делать уже паровозик, и на паровозике уже ездить на рынок. В частности. Так, вот. так светло. Ну, вроде как утро, да, начинается. А ты посмотри на броню, какая она яркая. Ай, ухо. Так. Ты какой-то у меня черный. У тебя перец черный был почему-то. Ну, это тень. То, что у меня это самое. Бывает глючит. Так. Собственно, всем пока, всем спасибо, кто смотрел, подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, пишите лайки, или наоборот, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока. Всем пока.